выбираем совершенно любую понравившуюся салфетку и начинаем с того, что подготавливаем рисунок. Рисунок будем рвать аккуратненько на мелкие кусочки, так как площадь яйца не очень большая, чтобы было удобнее приклеивать. Обязательно отделяем верхний слой. Берем заранее сваренное яйцо и специальным клеем для декупажа приклеиваем сначала центр и аккуратно кистью начинаем разглаживать по всей поверхности имеющийся кусочек салфетки. Чтобы ваша работа была более индивидуальной, вы можете каждое яйцо украсить разным рисунком. Вот таким необычным способом можно украсить пасхальное яйцо к христианскому празднику.